следующий поединок. Следующий поединок. Не менее звездные участники. Мелвин Малхов, голландец. По прозвищу «Нет пощады». Посмотрим, посмотрим, что это значит. 1,73 м ростом, 93 кг. Видите, почти на 20 сантиметров, даже больше, чем на 23 сантиметра ниже, чем у Алистера Оверим, а весит столько же. То есть можно ожидать, что когда он снимет свою вот эту курточку, дождевичок, можно ожидать увидеть такого вполне накачанного бойца. Очень неплохой у него рекорд на 2007 год в области боев без правил, я говорю сейчас. Хотя у него профилирующий стиль тайкикбокс, из тайкикбокса он в бои без правил перешел. Но уже к настоящему моменту у него 23 поединка, 18 побед, всего 4 поражения. Очень-очень неплохо. Но, справедливости ради, скажем, что среди его соперников звезд первой величины почти не было. Исключение составляет только, пожалуй, сегодняшний соперник, который не спеша, солидно, с надписью «Кана» на груди появляется в зале. Это наш старый друг Боб Шрайбер. Ну, мы видели, каких только поединков его мы не видели. И по кикбоксу, и по тайбоксу, и по кёкушину. Но все его любят за его поединки по боям без правил. Потому что как бы бой не происходил, каким результатом, точнее, он не заканчивался, но бой будет происходить всегда очень зрелищно. Можно ждать напор, агрессию, зачастую фонтаны крови. Зрители это любят. И Боб Шрайбер дает им это по полной. Остановить этого быка практически вот непонятно как. Мы видели, конечно, поединки, когда он проигрывал. Как правило, проигрывает он все-таки от борцовских приемов. Мы видели, как ему сделали рычаг колена. Мы видели, как ему делали рычаг руки. А вот свалить его ударом – это большая-большая сложность. Хотя были такие случаи. Но все-таки вот он прям какая-то нечеловеческая живучесть. Мы видим, как он пропускает. Это сплошь и рядом. Но чтобы после такого, после удара пропущенного он не встал, даже те поединки, которые я помню, вот он проигрывал нокаутом, он все равно пытался встать, вы знаете, вот в лучших традициях таких боевиков. Мы видим, что в углу Мелвина Малхофа Чакурики Джим, эмблема выводит его, видимо, тренер из этого клуба. Хотя у меня другая информация. Вот видим, вот Том Харинг стоит, тоже наш знакомый, которого, кстати, совсем недавно мы видели в Москву, приезжал он своим учеником. Для матча и встречи России против всего мира выставлял против Александра Устинова. Удалось с ним пообщаться. Знаете, очень милый человек в общении. Очень уважительно относительно вообще русской школы, русских бойцов отзывался. Но сейчас, конечно, не о нем. Так вот, у меня немножко другая информация. Как ни странно, Мелвин Манхоф в настоящее время он представляет уже не Чакурики Джим. Майк Джим – это его друг и тренер, может быть, отделился от Чакурики. Но вот на тот момент Чакурики. А Чакурики Джим – старейший в Голландии клуб по единоборствам. Самый первый открылся еще до Меджира, до, тем более до Golden Glory. Отличается тем, что очень хорошо ставит ударную технику. Кёкушиновцы и тайбоксеры, огромное количество
Три чемпиона мира по K1 воспитано в Чикурике Джим. Все-таки как клуб, где готовят бойцов без правил, такого нет имиджа у Чикурики. О, кстати говоря, то, что я говорил, что можно ожидать накачанного парня. Так и есть. Мэлэ Малхов, смотрите, Боб Шайбер не очень высокий боец, но Малхов еще на полголовы ниже и очень атлетически сложен. Но посмотрим. Мы видим, хорошо лоу-кик наносит, хорошо бьет рукой. Как я и ожидал, будет ставку делать на ударную технику. Малхов сам в прошлом он кик-тай-боксер. Практически работает как ударник. И, похоже, ведь попал. Очень-очень интересно видеть. Смотрите, вот, к сожалению, закрыл судья. Я так и не понял, от удара ли упал Шрайбер или... Похоже, все-таки от удара, потому что явно он остановился и плывет. Ох, как хорошо бьет Манхов. Очень хорошо бьет. В лучших традициях клуба Чикурики. И руками, ногами и комбинирует. И дистанцию не дает сближаться Шрайберу. Но то, что говорил о Шрайбере, вот то и на лицо. Вот явно он уже пробит. Явно он плывет. Явно ему досталось хорошо. Уже на полу оказался. Но он не сдастся. Вот... Такого можно только, как, ну, не знаю, пуля остановит. В бессознательном состоянии. А ведь сейчас выправить ситуацию, я, ну, почти уверен в этом. Сделал выводы, пытается сблизиться, пытается влезть в клинч, перейти к борцовской технике. Не удалось ему пока это. Выпала капа, якобы, но, скорее всего, он, конечно, выплюнул ее. Знаете, не знаю. Пока, вот даже наблюдая вот это избиение со стороны Манхофа Шрайбера, я вот все равно даже сейчас не могу точно сказать, выиграет бой Манхоф или нет. От Шрайбера можно ожидать чего угодно. За это и любят его. Вот он спиной вниз, затылком вверх. Ну, в совершенно проигрышной позиции. Сейчас смотреть, что происходит. Ну, не знаю. Взял ногу, сейчас ведь сделает болевой на ахилл, ущемление ахилла, и все. Вполне может быть. Стоит на коленях. Практически чисто удары, как в мешок работает Манхов, и все равно Шрайбер встает. Воплощение бойцовского духа. Вот. Похоже, Манхов устал бить-то. Вообще перестал бить. И, по-моему, в такой ситуации уже не Шрайбер обескуражен, а Манхов как раз. Потому что он просто не понимает, как это может быть. Он столько чистых ударов в голову, столько чистых лоу-киков. На полу он, еще раз говорю, был Шрайбер. И по затылку ему били там... И уже в выигрышной позиции Шрайбер. А тут он как бультерьер. Вот знаете, вот если он оказался в выигрышной позиции, он уже не выпустит. Он уже не выпустит. И тут может сказаться недостаток Манхофа вот в работе в такой позиции. Потому что это очень сложно. Все, технический нокаут. Вот, друзья мои, ну, я уже видел подобного рода бои в исполнении Шрайбера, но сегодняшний бой, еще один бой в эту коллекцию золотую. Просто поразительно. Большим удовольствием бы посмотрел бы еще сейчас раз с вами. И при возможности обязательно пересмотрю, потому что, ну, просто нет слов. Совершенно ведь...
Какое обескураживающее начало. Нокдаун. Полностью разрушенная защита. Просто разрушенная защита. И каким-то образом выстоял. Вытерпел. Переломил ход, причем грамотно переломил. Попытался еще раз, напомню, сначала влезть в клинч, в борцовскую работу. Не удалось с первого раза. Еще раз не удалось. На третий раз все-таки удалось. Причем оказался на полу сам в проигрышной ситуации. Но он еще плыл, еще не восстановился тогда. Но на четвертый раз все-таки он, по-моему, был зацеп. Свалил он на спину Манхофа. Ну и тут уже Манхоф просто не знал, что делать. Похоже, у него просто нет никакого наработки в работе в такой позиции. А Шрайбер вот в такой позиции, как мы сейчас видим, где он сверху, как мельница, лопастями молотит руками по лежащему сопернику, мы видели неоднократно. Вот один раз в такой позиции Шрайбер проиграл, когда он увлекся атакой, находясь сверху. И тот, кто находился на полу, смог перевернуться на бок, взять ногу на болевой, на колено сделал. Узел колена, по-моему. Но это надо иметь очень хороший, конечно, опыт борцовский и не потеряться. И по большому счету, мне кажется, Манхов чисто психологически проиграл чуть раньше. В тот момент, когда после длительной серии, которую он чисто провел в голову Шрайбера, и тот не упал, просто Манхов потерял уверенность в своих силах. Он просто не знал, как действовать дальше. Он не верил, что этого соперника можно победить. На этом, дорогие друзья, мы завершаем очередную программу из нашего цикла. Нас с вами ждет еще одна встреча, еще одна программа, посвященная Simple the Best номер 6, организованной промоторской компанией Too Hot to Handle. С вами в студии, как обычно, был Константин Белый. Всего доброго, до следующих встреч. Участники: Мелвин Манхоф, голландец по прозвищу «Нет пощады». Что когда он снимет свою вот эту курточку, дождевичок, можно ожидать увидеть такого вполне накачанного бойца. Очень неплохой у него рекорд на 2007 год в области боев без правил, я говорю сейчас. Хотя у него профилирующий стиль тайкикбокс, из тайкикбокса он в бои без правил перешел. Но уже к настоящему моменту у него 23 поединка, 18 побед, всего 4 поражения. Очень-очень. Посмотрим, что это значит. 1.73 ростом, 93 килограмма. Видите, почти на 20 сантиметров, даже больше, чем на 23 сантиметра ниже, чем у Алистера Оверим. А весит столько же, то есть можно ожидать. И следующий поединок, не менее звездный.